Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу показать вам очень вкусный, легкий ужин. Друзья, этот рецепт заслуживает вашего внимания. Начинаем готовить. Поехали! Беру куриную грудку и начинаем надрезать ее не до конца. Вот таким вот образом. Разворачиваем грудку и еще раз надрезаем. Со второй проделываем то же самое. Вот такая вот у нас должна получиться красота. Берем небольшую миску и отправляем в нее куриную грудку. Нам понадобится примерно 3-4 столовые ложки сметаны. Я беру 10%. Примерно столовую ложку горчицы. 3 столовые ложки соевого соуса. Можно даже 2. Солить не буду, так как соевый соус добавил, а соевый соус имеет соль. Добавляем черный перец. Черный перец добавляем по вкусу. И буквально чуть-чуть добавляю сладкой паприки. Примерно чайная ложка. Хорошенечко нужно промассировать. Откладываем в сторону, чтобы наша грудка промариновалась минут 15. Берем одну луковицу. Разрезаем еще раз пополам. И потом вот такой вот тонкой соломкой. Беру форму и отправляю в нее буквально столовую ложку подсолнечного масла. Теперь отправляем также форму лук. Можно отправить сырые грибы, но у меня сырых грибов нету, я добавляю маринованные. Хорошенечко все перемешаем. Слегка присолю. И уже отправляю в замаринованную грудку. Все, отправляем в духовку. Выпекать буду при температуре 180 градусов, примерно 25-30 минут. За 5 минут вытащил из духовки, присыпаю сыром и возвращаю назад в духовку ровно еще на 5 минут. Выглядит очень аппетитно, очень ароматно, друзья. И, конечно же, по-праздничному. А готовится ли очень легко. Пробуем. Очень шикарный и легкий ужин, друзья. Готовьте вместе со мной. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся и делимся с друзьями. Я прощаюсь с вами ненадолго. До следующего видео. Всем пока.